Здесь по Пеппе всего одна. Одобрено преподобренными. И чё-то как по Пеппе выглядит всратенько. Здесь есть пульт от ядерки. Если ты взрослый, нажми. Давайте-ка я нажму. Свинка Пеппа. И куда мы папа? Пеппа, затеяли игру с и зовут вас поучаствовать. Мне нужно было решить тест. Это какой-то анекдот? Если да, то не смешно. Прежде чем начать игру, мы должны выбрать себе интересный значок. Эта игра вообще меня грузит по полной. То тест, то значки выбирать. Здесь и упоротый краб, и макак, и я все хочу. Здесь есть такая милая жажка. Если это вообще жаба. Для своего профиля. Да я не тупой, выберу я значок. Пошел нахуй! И здесь у нас есть финтины. Я думал, тут будет конь в пальто. В этой Джордж, игре мы должны его кормить пиздец. За каждые два ты получишь эксклюзивный гастрит от Тимати и пятерочки. Полли хочет два! Боже, какой ты упоротый. Ешь! Все, ты доволен? Полли хочет два! Сколько ему там... Нужно было... Полли хочет... Хорошо, держи. Сколько еще? Полли хочет 4! Так вот, это лайк. И держи свои 4 крекера. У него голос противный. Фокс, ставьте лайки. Полли хочет 2! Я не понимаю, за что люди платят. Ты получаешь... Я хочу посмотреть все свои наклейки. Здесь. В настройках нет наклеек. Здесь. Покажите мне наклейки сейчас же. Приху тебе. Куда вы дели мою наклейку? Здесь. 10 смешных предложений. Нажимай на квадраты, чтобы составить смешное предложение. И затем нажимай гам. Попугай будет повторять все, что услышит. О, Пеппа, морковка, жаба. Свинка Пеппа. Секси. Лягушка. Чё-то какой-то кринж. А почему морковка является... Секси. Квадратный бан. Красный. Красный бан. Смеха, панорама, нет. А, да, все, разрывная. Папа свин. Папа свин за банку обезьянка. Еще меня байтит вот эта вот игра. О чем же она будет у нас? А, это наклейки как раз таки. Вот оно чё. Давайте мы выберем самую депрессивную локацию и будем... Красиво! Да ладно, красиво. А почему ты больше не разговариваешь? Замечательная аппликация. Осталось буквально две мини-игры, которые мы не тестировали. Пеппа и Джордж. Обожают игру пульт от ядерки. И это же элементарно, Ватсон. Это же совсем просто. Все. Молодец. И осталась по факту тогда только одна игра с карточками. Я не думал, что эта игра настолько короткая и скучная. Смотрите, как работают профессионалы. Опа. Супер. Свинка Пеппа. Педро. Персонажи. Великолепно. Лепка. Пони. Педро. Зебра. Сперва. Все. Всего половина времени мне потребовалось, и молодец, по факту эта игра закончилась. Получилось открыть все пары.